Привет, народ! Сегодня у нас на обзоре такой складной столик, дачно-туристический вариант. Значит, высота его 70 сантиметров и столешница размером 60 на 120. Весит он 6,6 килограмм. То есть, если в туризм, то с машиной. Вручную такой, конечно, не таскаешься. Модель называется «Марика». Так, значит, достаем из коробки. Так, стол у нас в пакете. Вот такой вот удобный чемоданчик. Есть ручка, защелки, две штуки, чтобы он не развалился при переноске. Так, давайте его откроем, посмотрим, из чего он там состоит. И внутри мы видим 4 ножки дополнительных, которые наращиваются. И сами ножки, которые уже приделаны к столу. Значит, вот эта штука вставляется сюда. Это сюда. Удобные крепежи, все будет держаться, я надеюсь, нормально, не развалится. Так, ну и вот такой вот столик у нас получается, если ножки не наращивать. Кому нужно пониже, кому нужно повыше. Ножки вставляются просто вот сюда. На ножках есть вот такой вот нажимающийся выступ, который нормально ее там фиксирует. Так, поднимаем наш столик. И вот такой он в полный рост, 70 сантиметров высоты. Чтобы столешница была твердая, не сгибалась, есть вот такая вот задвижка с одной и с другой стороны. Стол достаточно такой твердый. Конечно, верхушка, вот эта вот столешница, если нажимать на нее силой, она прогибается. Но то, для чего он предназначен, он с этим он справится. Каркас у нас весь алюминиевый. Задвижка, конечно, вот эта, она не фиксируется, она так ездит. Чуть заденешь, она съезжает, но ничего. Так, ну и размером я доволен. Для меня это оптимальный вариант. Я, так как очень часто готовлю на природе, то есть на даче, в казане, в мангале, шашлыки, все дела, все-таки решил прикупить себе стол, потому что всегда использовал какие-то стулья. Было очень неудобно. Ну и давайте посмотрим его поближе. Алюминиевая столешница на таких вот заклепках. Снизу мы видим вот эти вот крепления, чтобы убирать туда ножки дополнительные. Вот такие вот петли, которые сгибают столешницу. И вот эта вот защелка. Но единственный минус, что она держится еле-еле. То есть она никак не фиксируется жестко. Алюминиевые ножки, дополнительные упоры для жесткости, чтобы ничего не шаталось. Стол достаточно твердо стоит, не шатается. И вот она сама, наша столешница. Стол можно мыть влажными тряпками, протирать, но я бы не советовал его оставлять на улице на долгое время под дождем, так как этот материал похож на что-то типа ламината. Вот здесь
на изгибе можно увидеть, что там что-то похожее на ламинат. Такое древесно-бумажное, что ли. Ну, в общем, из чего делают ламинат, это, я думаю, что то же самое. Ну и складывается он так же просто, как и разбирается. Достаем ножки. Достаем из креплений вот эти вот боковые упоры. И все, стол у нас собран, к транспортировке готов. Защелкиваем вот эти защелки, чтобы он не развалился. И все. Можно переносить, убирать. Для готовки на свежем воздухе отличная вещь. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии.